Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Давай, Троя. Черный хай. Давай, Троя. Не, подожди, подожди, подожди. Черный. Добрый вечер. Добрый. Группа «Черный ящик». На самом деле очень крутое место. Выйдешь как будто мы можем начать в гостях. Ребята, я еще раз вам напомню, почему мы здесь. Потому что случился трабл с полицией, в общем. Поэтому мы все здесь. Ты обоссал, не так? Трабл. Да, обоссал. Короче, ведем себя культурно, все. Ты похудел. Развлекаемся. Обожди. Все, мы немножко разомнемся сейчас, а потом наша маленькая программа начнется. Как этот вокалист из Today, видели, как разговаривается? Коробка! И сейчас будет песня про то, что мы слышим каждый день какие-то ненужные советы. И прежде всего мы этот бред выслушаем, прежде всего, сами от себя. Песня «Заткнись». Все. Останьте коробочку, нос. Давай! Ну все, наверное, даже без слов тут. Thank you.
внутри одной из коробок наша футболка, если чё. Найдите лампу, не сломайте. Черную кепку. Найдите черную кепку, пожалуйста. Убивай нахуй! Ярость юности. Следующая песня про всех нас. Ярость юности. А? Ну вы твари, на самом деле. Мы не ожидали, что так будет. У Апачи спиздит. У кого-то другого, я не знаю. Серёжа! Там футболка в одной. Да нет. Напомним. Следующая, прежде чем следующую песню начать, сразу скажем, что гомофобия — это дерьмо, мусор, которого место только на помойке. И следующая песня о том, что она нет, как говорится, и суда нет. Но мы с этим, естественно, не согласны. Да в этой коробке футболка, бля. Пидор ответ. Можно выиграть футболку, бля, вырвать. Следующее о том, что часто в нашей голове происходит что-то непонятное, какой-то стоп, который мешает нам думать о чем-то большем. Песня «Все». Одна, наверное, из самых наших первых. Дело в том, что один из нас на велосипеде приехал вообще в этот город. Один бороздил на фиксе. Один работает
Дело в магазине собирает велосипеды. Один покорил Коломяги своим школьным стелсом. Наверное, благодаря всему этому следующая песня — велопанк. Песня про город Санкт-Петербург. Город пышный, город бедный. Дух неволи, строгий вид. Свод небес зелено-бледный. Скука, холод и гранит. Все такие разные, с разных городов. Кто-то купается в комфорте, если так можно сказать. Кого-то жизнь натянута, как леска. Но тем не менее, есть такие вечера, когда мы можем встретиться здесь и заниматься каким-то непонятным для других людей безумием. Стезя. Yeah.
панки пришли. Панки, да. Когда побреешь, бом? В общем, вот, группа «Проверочная линейка». Я, наверное, не был бы здесь сегодня, если бы не эта группа, которая повлияла на мое, так сказать, такое мировоззрение. А вот там на дистро у нас стоит коробка с помощью одному из участников этой группы. Я думаю, что все мы можем в состоянии хоть немножко, кто-то немножко помочь этому человеку. Потому что с каждым из нас может случиться подобная ситуация. И так сказать, в честь этого кавер на эту группу «Папа». Микрофон, как мы хотели. Че, ебать, есть? Ну, последняя песня у нас. Сестра. Она про нашу молодость, которая, как мы надеемся, будет длиться до самой нашей смерти. Вечная молодость. Встречайте следующий друг. И помните про коробочку на дистро.